педагог, не побоюсь этого слова, Николай Семенович Рабинович. У него была масса учеников, он давал очень много концертов, у него был гигантский репертуар, что называется, от Баха до Офенбаха. И он преподавал в консерватории. И вот в конце 71 года, где-то не то в ноябре, не то в октябре, он пришел в класс и сказал: «Я хочу уйти на пенсию, мне надоело работать, я хочу стать пенсионером, ничего не делать». Потом помолчал и сказал: «Только иногда дирижировать Шуберта». Потом чуть-чуть помолчал и добавил: «И Брамса, но это тоже Шуберт». Еще пауза: «И Малера, но это тоже Шуберт». Вот в этой формуле удивительно он сконцентрировал, можно сказать, всю историю западноевропейской или, по крайней мере, венской музыки XIX века. Потому что действительно никто из композиторов, живших после Шуберта, не избежал его влияния. Это удивительно, потому что сам Шуберт был человеком чрезвычайно скромным, как мы знаем. Он очень рано проявил выдающиеся музыкальные способности. Уже 8 лет он владел и фортепиано, и скрипкой, и позже альто. И когда он отправился учиться к учителю, то учитель потом говорил своим знакомым: «Я не знаю, как его учить. Если я ему начинаю что-то объяснять, он уже это знает лучше меня». Потом с ним занимался знаменитый и самый известный композитор Вены Антонио Сальери. Шуберт абсолютно перевернул представление о музыке, сместив в центр и своего творчества, и последующих композиторов внимание к песне. Он не изобрел песню, песни писали и до него, и Моцарт писал, и Бетховен писал. Но то значение песни, которое приобрело она в творчестве Шуберта, оно такое первооткрывающее. И мало того, что песни, вся его музыка пронизана этой песенностью. Даже есть у музыковедов такой термин – песенный симфонизм. И, конечно, этого влияния не избежал ни Брамс, ни, разумеется, Малер. Два песенных цикла Шуберта – «Шене Мюллерин», «Прекрасная Менчиха» и «Винтеррайзе», «Зимний путь» – стоят вровень с крупнейшими симфоническими полотнами композиторов всех времен. И вот это как бы семя, которое он бросил в эту почву, оно потом прорастало и у композиторов последующих. Важно добавить, что Шуберт из всех венских композиторов был самый венский, потому что он родился в Вене. И он в Вену впитывал музыку Вены, и атмосферу Вены он впитывал, что называется, с самого рождения. Уго Вольф, он тоже венский композитор, тоже человек не очень нелегкой судьбы, закончивший свои дни в сумасшедшем доме. Он тоже был очень молод. Надо сказать, что все эти авторы прожили очень короткую жизнь. Шуберт 31 год, Малер 51 и 43, Уго Вольф. И невероятно много успели. Если когда-нибудь вы зайдете в нотную библиотеку и посмотрите на собрание сочинений Шуберта, значит, человек прожил 31 год, массу времени тратил на то, что он играл на разных танцах, он был школьным учителем, то есть как бы тоже не с утра до вечера писал. Но вы увидите полторы огромных полки, тома, инфолио полного формата, это вот его собрание сочинений. И Вольф не так много написал. Он писал в основном песни. Но одно сочинение, замечательное инструментальное, квартет в итальянском стиле, которое позже композитор Макс Регер переложил для малого оркестра и солирующего альта, это одно из немногих его инструментальных сочинений и совершенно, на мой взгляд, выдающееся. Оно тоже перекликается с Италией, так же, как и итальянские увертюры Шуберта. Не просто с Италией, а с итальянским театром. Я надеюсь, что это будет слышно, этот театр. Сочный театр комедии «Масса дель арте».